удивительные события, произошедшие в прошлом, благодаря которым наша жизнь обрела иной путь развития. Чтобы открыть смысл древних пророчеств, мы отправляемся в путешествие к берегам Средиземного моря. Мы узнаем смысл слов Апокалипсиса Иоанна Богослова. Семь церквей Откровения. Почему быть холодным лучше, чем теплым? Это старинный город Ладоги. Это провинция граничит с провинцией Лидия, где располагался также один из городов Откровения Смирна, где располагалась Фиатира. И здесь торговый путь соединял эти провинции. Находился замечательный и цветущий город Ладикия, которому также апостол Иоанн Богослов адресовал послание Всевышнего. Это очень важное послание. Оно отражает состояние жизни современного общества, устремления современного общества. Потому что сегодня многие люди говорят прежде всего об успехе. Единственная религия, современная религия человека, современного человека – это успех. Ладикия была известным финансовым и банковским центром. Например, Цицерон советовал обменивать деньги именно здесь. Однако славу в веках этот город обрел через причисление его к семи церквям ассийским, упомянутым в Откровении Иоанна Богослова. Не случайно послание к Ладикийской церкви настолько важно для современного общества. Действительно, люди занимаются бизнесом, люди смотрят, как можно заработать деньги, как можно заработать большие деньги. Они ищут для себя удовлетворение в роскоши. Именно об этом послание, которое апостол Иоанн направил к Ладикийской церкви. И здесь мы видим шикарный город, который напоминает нам о том богатстве, которое было здесь. Все эти холмы покрыты камнями, все эти холмы покрыты кусками драгоценного мрамора. Здесь множество колонн, различных остатков храмов. Здесь даже сама эта улица уже напоминает о том, что богатство этого города было просто несравненным. Ладикию можно назвать городом компромиссов. Здесь не было крайностей и вряд ли были какие-то сильные отличительные черты. Эти особенности города способствовали тому, чтобы сделать его успешным торговым городом. Городом банкиров и финансовых работников, которые умело приспосабливались к нуждам и желаниям других. Они всегда были сговорчивыми и с готовностью шли на любой компромисс. Этот город был одним из самых богатых городов Фригии, да и всей Малой Азии. Мы сейчас находимся в храме, который был действительно, наверное, центром языческой жизни этого города. Храме, который был гордостью и должен был воплощать все великолепие этого богатого, надменного, шумного языческого города. За нами колонны в коринфском стиле, уникальные по своей красоте. Эти колонны располагались по всему периметру этого огромного храма, 54 коринфские колонны. Но также этот храм использовался как архив и сокровищница. Люди, торговые люди, и здесь было пересечение торговых путей с востока на запад, из запада на восток. Люди оставляли в храмах свои деньги, оставляли сокровища в храме как неком банке, который давал гарантию определенную сохранности. Сохранности этих средств. Поэтому языческие города так и были наполнены этими храмами, храмами, своеобразными банками. Ничего удивительного, ты знаешь, Вика, ничего удивительного, когда мы внимательно почитаем послание Иоанна к Ладикийской церкви, ничего удивительного в том, что он обличает Ладикийскую церковь, обличает в определенном направлении. А мне хотелось как раз и дополнить, что все-таки, следуя своей традиции, апостол Павел, безусловно, и его ученики, они находили
находили людей, которым были идеи мессии, идеи единобожия близки среди еврейской общины. И, конечно же, поскольку этот город был цветущим, поскольку этот город торговал, поскольку этот город постоянно находился в обмене товаров на деньги и денег на товары, здесь присутствовала очень большая и внушительная еврейская община. Да, везде, где есть деньги, там появлялись евреи, без всякого сомнения. И, очевидно, на основе этой общины здесь брат Епафрос проповедовал, и образовалась община, христианская община, которая, тем не менее, оказалась заражена вот этим духом стяжательства, духом гордыни. И они считали, что они вполне преуспевают, потому что все у них хорошо, все слагается, но, похоже, в этом... В погоне за жизненным успехом они забывали как раз о том, что есть настоящая жизнь с Иисусом Христом. Послушай, вот Библия рассказывает об этом. В книге Откровений, в 3 главе, в 17 стихе говорится, «Ибо ты говоришь, это обращение, наверное, к людям, которые жили в Лаодикии, «Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды». А ты не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Возможно, слова апостола Иоанна «Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды» напомнили горожанам о том случае, когда в 60-м году сильное землетрясение сокрушило город, и гордые лаодикийцы отказались от финансовой помощи императора Нерона и отстроили Лаодикию за счет собственных богатств без помощи Рима. «Советую тебе купить у меня золото, очищенное огнем, чтобы тебе обогатиться». Вот настоящее богатство. Богатство, которое не уничтожается нашими испытаниями. Богатство, которое не могут отнять враги. Или как этот храм, в котором хранились богатства. Его сейчас... От него остались только колонны практически. Как этот храм, где хранились, святое место, хранились богатства этого города. И в то же время этот храм был разрушен, практически уничтожен. Никакие, так сказать, святые... Заклинания, какие-то жертвы и молитвы не смогли защитить этот храм. Но Христос говорит дальше... «Чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей». Удивительно. Этот город, который славился своими тканями, своими великолепной шерстью, великолепными хлопковыми тканями, люди, безусловно, одевались в изысканные драгоценные одежды, потому что тогда одежда это была символом богатства, одежда передавалась по наследию, одежды награждали цари своих слуг. И Господь утверждает, что те люди, которые, процветая здесь, наряжались в нарядные одежды, они были наги. И Господь говорит, есть другая одежда. Одежда праведности, одежда чести, одежда чистоты и любви к Богу. Это одежда, которая угодна Ему. И все великолепные одежды, которые надеты на людях, они не могут скрыть состояние их души и состояние их сердца, духовной наготы. И это очень... строгое и действительно будоражащее душу откровение от Господа, Господа любви и милосердия. Апостол Иоанн обличает церковь Лаодикии и говорит о том, что нужно другое золото, нежели золото физическое. Одежда иная, чем просто новая, какая-то потрясающая, с брендами, с лейблами одежда. Как актуально это вообще, Вика, для современного общества, когда люди платят огромные деньги просто за маленькую бирочку на одежде и считают, что человека определяет вот эта бирочка, как его статус, его жизненные ценности, власть. То же самое это касается банковского счета. Это очень современное послание, когда общество живет потреблением. Мы не случайно называем наш мир обществом потребителей. Ведь действительно, бирочка какая-то на одежде или счет в банке влияет на
самоутверждение человека больше сейчас, чем его праведность, чем его взаимоотношения с близкими и родными. Деньги значит больше, чем семья, взаимоотношения с коллегами по работе или успех, карьера занимает больше времени, чем отношения со своими детьми. Здесь апостол и Дух Божий направляют нас на то, чтобы мы увидели, что же важно, что же реально в жизни. И он говорит, обличая нас, что нужно купить глазную мазь для тех людей, которые жили в Лаодикии. Это было особенно понятно и близко. Потому что здесь производили знаменитый фригийский порошок, из которого изготовлялась мазь, якобы для очищения и улучшения зрения, улучшения глаз. И этот город действительно был наполнен всеми благами, такими, благами, да, всеми какими-то медицинскими изощрениями, финансовыми, материальными. Это вообще языческая культура, которая, на самом деле проявление, о которой ты говоришь, она жила действительно сегодняшним днем, потому что они считали, что человек, он и есть центр всего, и людей интересовало только удовлетворение своих чувств и потребностей. Это действительно так. Здесь буквально в нескольких шагах находится город Иерополис. И там был целый культ отдыха. Это был спа-город, шикарный спа-город. Сюда приезжали из Рима, сюда приезжали со всей Азии отдохнуть, насладиться источниками. Вы знаете, источники были и горячие, и холодные. И эти источники лечили людей от, прежде всего, я думаю, от душевных проблем, которые были в этом мире, потому что они находились то в горячей воде, то в холодной. И давайте мы перенесемся на секундочку в древний Иерополис. Иерополис, знаменитый своими целебными источниками, расположен в 7 милях от Лаодикии. Может быть, этот город поможет нам понять слова Писания? Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Я сейчас перед источниками. Один источник здесь холодный, другой источник горячий. Температура одного источника здесь около 45 градусов, другого меньше 20. Горячие источники служили для обогрева дома. Они были очень нужны в холодное время, во время холодных ночей. Холодные источники приносили прохладу в жаркое время. Сейчас температура здесь около 40 градусов, и вот эти холодные источники, ну, ободряют, от них идет такая прекрасная прохлада. Вы знаете, в русском языке есть даже выражение, определенные устойчивые выражения. Это горячий человек или он очень холодный человек. Мало кто знает, что эти выражения произошли именно из библейского повествования, из библейского послания. Горячий человек – это значит человек в некотором смысле безбашенный. Он думает, не думает, он сразу начинает действовать. Он очень вдохновленный человек. Холодный человек, наоборот, рациональный. Человек, который постоянно пытается что-то анализировать. И мы говорим, у него нет сердца очень часто, говоря о холодном человеке. Горячий человек, он приносит вдохновение. Он ведет за собой других людей. И в этом его потрясающая сила. Словами о том, что ты не холоден, не горяч, но лишь тепл, апостол Иоанн обыгрывает ситуацию системой водоснабжения данной местности. В отличие от Иерополиса, вода в Лаодикии была плохого качества. По температуре чуть теплая. Покрытые известковой накипью трубы, подводившие воду к городу, свидетели трудностей водоснабжения Лаодикии. Библия говорит, чтобы лучше мы были горячими. И я вам хочу сказать, что для... О, вода горячая, конечно. Что для человека современного мира быть горячим, нагревать дома других людей, помогать им быть
Горячо. Лучше быть горячим, согревать дома других людей, согревать людей, которые так нуждаются в нашем тепле. Это, наверное, основное послание для христиан. И действительно, горячий человек, который находится... О, это вообще горячий источник. Находится в таком состоянии постоянного движения, который двигается, принося Евангелие, принося теплоту в жизни людей. Это, конечно же, образ, который Библия нам дает. И здесь одновременно есть источник холодный. В холодном источнике есть тоже свои плюсы, своя польза. В холодном источнике в такую жару человек ощущает себя освеженным, ободренным. И особенно ты чувствуешь контраст здесь, вот в этом источнике, когда в жаре, в 40-градусной жаре, ты чувствуешь вот эту замечательную прохладу дня. Холодный источник тонизирует, ободряет, отрезвляет. Это именно то, что так нужно порой для тех, кто проповедует Евангелие. Когда человек просто теплый, он не греет и он не охлаждает. Он не приносит трезвости и он не ведет за собой. Поэтому Писание говорит, о, если бы ты был горяч или холоден. Но многие люди сейчас просто теплы. Суровое обличение церкви, которое мы читаем в Откровении, это не угроза суда. Оно есть выражение заботы и любви Господа. Его цель – извлечь церковь из ее равнодушия и теплохладности, вернуть ей ревность в служении. После призыва к покаянию вместо угрозы суда и наказания речь идет о радости для тех, кто отворит дверь Иисусу Христу.